Ну, мы были, конечно, в легком шоке, так сказать. Никогда не думала, что у меня может быть двойня или тройня вообще. Ну, муж обрадовался, я тоже. Мы счастливы, довольны, что у нас трое детей, такие замечательные. Ну, у меня чуть-чуть страх был. Почему? Потому что это же тройня, это же большой риск. Я пошел на работу, ну, очень сильно переживал, плакал. Когда мы вот с женой Султане, ну как, никак проходили, имам, он историю рассказал нам и говорит, что вот у меня, говорит, 5 детей, ему где-то 42 или 40 лет было. Ну, он говорит, а Тимур, Тимурбей, говорит, а ты сколько детей хочешь? Ну, я думаю, раз у него 5, я думаю, скажу 6. Ну, сказал 6, вот, Аллах, как говорится, дал. Родились, конечно, раньше срока. Ну, врачи перинатального центра помогли нам. Вот, спасибо, да, перинатальному центру. Сулейман, он более спокойный, он любитель так. Полежать, он такой уравновешенный. Сабри, он любит побегать, ногами подрыгать. Вот даже видите, сейчас не может. Внимание себе ищет. Да. А его надо на руки взять, и все, он будет спокойно лежать, рассматривать. Просыпается один и кормим всех сразу. Ага. Купаем всех сразу, переодеваем всех сразу, все вместе мы делаем. Они утром просыпаются, ты начинаешь думать о том, чтобы, ну, чтобы с ними все хорошо было, потому что, ну, как, если что-то у них начинает болеть или что-то, ну, это очень большое переживание. Проводить время с ними на радость. Когда спят долго, уже скучаешь, начинаешь будить. С ними хочется потискать их, поиграться с ними. Ну, тяжело, конечно, бывает ночами, когда хочется поспать, а они хотят кушать, но ничего, справляемся.